2012 год. Чемпионат России по легкой атлетике. 2013 год. Кубок мира по парашютному спорту. 2014. Первенство Поволжья по легкой атлетике. Продолжать этот список можно долго. Столица республики уже не в первый раз становится хозяйкой престижных стартов. Такое доверие чебоксарам оказывают не случайно. В Чувашии давно взяли прямой курс на развитие массового спорта. Эта стратегия реализуется весьма успешно. В регионе более 35% жителей занимаются физкультурой. Пример молодым подают прославленные чемпионы. Олимпиада Иванова, Ирина Калентьева, Татьяна Архипова, Елена Иванова. Все они покорили вершину Олимпа, и теперь их имена известны всему миру. В регионе спортивная база развивается мощными темпами. В каждом районе построены физкультурно-оздоровительные комплексы, и они помогают растить новых чемпионов. В этом году Чувашия встала в один ряд с мощными спортивными центрами страны. Форум такого масштаба и действительно доверяют проводить далеко не каждому региону. В разное время он проходил в Саранске, Якутске, Казани и Москве. Чебоксары принимают эстафету в пятый раз. И это не случайный выбор. Федеральный министр Виталий Мутко отмечает, что у республики другие субъекты могут поучиться многому. Республика и город и последние годы очень много делают для развития спорта. Такая динамичная идет работа по развитию спорта. Растет количество спортивных сооружений, создается система, правильная система подготовки спортивного резерва. Республика становится центром проведения крупных спортивных событий. То есть мы это всячески приветствуем, и поэтому президент страны принял такое решение провести именно в Чебоксарах. В октябрьские дни Чувашия радушно встречала гостей. Участие в работе международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» принял президент России Владимир Путин. Чебоксарский аэропорт в эти дни работал в усиленном режиме. Один за одним здесь приземлялись самолеты. Первыми, как всегда, прилетели наши коллеги – журналисты ведущих российских средств массовой информации. Многие из них в столице республики не в первый раз. Я с удовольствием сюда приезжаю. Мне кажется, это такая легкоатлетическая мекка. Мне кажется, здесь обязательно должно что-то такое проходить спортивное, легкоатлетическое обязательно. Я вот посмотрела в программу пребывания, увидела, что будет заход ходоков, и очень этому обрадовалась. 9 октября. Раннее утро, а на Красной площади уже и яблоку негде упасть. Форум «Россия – спортивная держава» для всех стал хорошим поводом в очередной раз собраться на массовую зарядку. Горожане решили доказать на личном примере, что их регион не случайно зовется спортивным. Вообще, гимнастику в Чебоксарах уже давно принято делать вместе. Недаром, отмечают почетные гости, в прошлом году город попал на страницы Книги рекордов Европы. Тогда на зарядку собрались 30 тысяч человек. Такую массовую гимнастику не проводила ни одна европейская страна. Я от всей души благодарен вам за то, что на самом деле вы проводите вот эту эффективную, результативную работу и являетесь участником государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Слава любителям спорта! Ура! Ура! Блестящий глава Чувашской республики Галдин Чигнатьев! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Мы вас очень и очень любим! А теперь коленочки выше! Молодцы! Хорошо! Вверх! Два притопа, три прихлопа и руки выше, чтобы изобразить в воздухе фигуры радуги и солнца. По традиции пример всем подавали профессиональные тренеры по фитнес-аэробике. Но к команде инструкторов в этот день присоединился и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерни. Ни одна зарядка в Чебоксарах теперь не проходит без участия звезды. Сегодня мы будем радоваться жизни. Сегодня мы будем не просто делать зарядку, сегодня мы не просто будем заниматься спортивной ходьбой, а сегодня будем показывать всему миру, всей земле, всей стране, как важно чувствовать себя по-настоящему здоровым человеком, как важно двигаться. И мне, конечно, приятно сегодня, самое главное, в тот момент, когда вроде бы пасмурная погода и достаточно холодно на улице, но главное – видеть ваши замечательные улыбки и ваше хорошее настроение. Сегодня
Чебоксары – это город спорта, а Россия – великая спортивная держава. Молодцы! Сделав зарядку, чебоксарцы отправились в путь за здоровьем. Впервые в столице Чувашии дали старт Всемирному дню ходьбы. В его открытии участвовала без преувеличения вся страна. На связь с чебоксарцами по телемосту вышли Красноярск, Ульяновск, Белгород и даже Сочи. Праздничное настроение передавалось, как по эстафете, от города к городу. Мы находимся напротив Олимпийского парка, где еще совсем недавно кипели и бурлили олимпийские страсти. Спортсмены получали олимпийские медали зимних Олимпийских игр. Ну и совсем скоро здесь пройдет Формула-1. Мы гордимся этим, и сегодня мы принимаем участие в Международном дне ходьбы. Ура, друзья! На оздоровительную прогулку по набережной залива вышли более 15 тысяч человек. Во главу колонны встали участники и призеры Олимпийских игр. Всем вместе им удалось преодолеть дистанцию в 3 километра за 20 минут. В это время на Красной площади уже дали старт спортивному параду. Жажда рекорда и борьбы, и красный миг. Вольная борьба, легкая атлетика, самбо, биатлон. Вообще в республике активными темпами развиваются порядка 70 видов спорта. И несмотря на жесткую конкуренцию, чувашские спортсмены каждый год пополняют национальные команды страны. Сейчас в официальные списки включено более 140 человек. Это довольно неплохой показатель, отмечают высокие гости. Сегодня для нас большая честь, что спорт для всех сегодня здесь, в Чебоксарах, что десятки тысяч горожан вышли сегодня на эту центральную площадь, чтобы своим примером показать, что физкультурой, спортом может заниматься каждый. И ваш пример будет примером для всего мира. Знаете, после Олимпийских игр в Сочи огромное количество людей в России начало заниматься спортом. Замечательно, что столько молодежи пришло в спорт и хочет тоже стать олимпийскими чемпионами. А спортивная карьера начинается с малого, занятием спортом каждый день. Центральная улица города в дни форума стала спортивным бульваром. На нем развернулись показательные выступления и мастер-классы 30 спортивных федераций региона. Горожане играли в гольф, покоряли вершины скалодрома, наблюдали за трюками велобайкеров. А прямо по проезжей части разложили маты и татами. На спортивном бульваре богатырской силушкой мерились боксеры, самбисты и не только. А это наш ответ в Формуле-1. На улице проложили настоящую гоночную трассу. Дистанцию на лучшее время преодолевали малолитражные авто. И даже самодельные болиды. В Чебоксары приехали лучшие пилоты со всех регионов Поволжья. Все понравилось, организация очень отличная. Такой праздник сделали. Я думаю, для молодежи, для начинающих, кто хочет заняться спортом, будет интересно узнать о новой технике. Вообще очень все замечательно, все так красиво, весело. То есть по-спортивному, не знаю, почаще бы таких праздников. На спортивный бульвар пришли показать свои силы и паралимпийцы. В спорте я уже 19 лет. Занимался 16 лет лыжным видом до ампутации. Вот, после ампутации занялся я бадминтоном, как говорится, и велосипедом. Сейчас в двух видах нахожусь. То есть, и мне нужно от этого, как говорится, результатов в первую очередь. Но это, как говорится, образ жизни моя, без этого меня больше я не понимаю. То есть, что, как существовать в этом мире. На этой площадке мы горожанам показываем, что есть спорт для таких особенных детей.
спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья, со зрением, с интеллектом, с опорно-двигательным аппаратом. Пожалуйста, приходите к нам. Сегодня на нашей площадке работает трехкратная паралимпийская чемпионка Елена Иванова. Традиционно форум сопровождает и масштабная выставка «Современный спорт. Перспективы и инновации». В ближайшие 5 лет во многих регионах состоятся крупные международные старты. К примеру, в Югре уже через год пройдут 18-е зимние сурдоолимпийские игры. Их страна принимает впервые. Все сильнейшие спортсмены мира, среди словослышащих, съедутся в столицу Югры для того, чтобы поучаствовать в этих играх. Мы уже приняли заявки спортсменов. Сегодня подтвердились порядка 350 человек из 25 стран мира. Международная спортивная организация «Лукик», Международный спортивный комитет «Лукик» был создан в 1924 году. И с того момента до сегодняшнего нам в России никак не удавалось взять на себя право проведения или по летним играм глухих, или по зимним видам играм глухих. И вот чудом нам удалось, все говорят, а способна ли Россия проводить. Сочи доказала, что провели на очень высоком уровне. Я уверен, и в Ханты-Мансийске наши игры, зимние игры проведут тоже на очень высоком уровне. Символ будущих суралимпийских игр – ладонь в виде птицы тетерева. Это символ жестовой речи. Ну а имя символа универсиады, которую в 2019 году примет Красноярск, было взято из социальных сетей. Мы выбрали символ свой, маскот. Это талисман. Это лайка сибирская. Зовут ее Ю Лайка. Ю как универсиада, Ю как университет и Ю как ты. Игра такая слов получается Ю Лайк, Ю Лайка. Тебе нравится? Соглашение о проведении еще одного крупнейшего спортивного мероприятия подписали прямо на выставке. В следующем году в Сочи пройдет международная конвенция «Спорт-аккорд». Глава Краснодарского края отметил, что региону будет полезен и опыт Чебоксара. Мы имеем хорошую практику проведения подобных мероприятий. Не говоря уже о Олимпийских играх, но тем не менее для себя я тоже кое-что подчеркнул, и мы обязательно это тоже будем применять у себя. Мне прежде всего запомнились улыбки жителей вашей республики, большое очень гостеприимство. Сегодня спорт остается крупнейшим мостиком для мира дружбы и сотрудничества во всем мире. И я считаю, что Россия сегодня является крупнейшим инвестором в спорт во всем мире. И эти инвестиции в спорт, безусловно, оказывают большое воздействие на людей, на их здоровье, образование и на окружающую среду. На выставке развернулась экспозиция «Чебоксар». Чувашская столица уже давно доказала, что ее жители со спортом дружат. Недавно в городе появилась и своя баскетбольная команда. Сейчас вы где тренируетесь? Прямо при университете, да? Мы в спортивной школе. Первую тренировку утреннюю мы тренируемся в спортивной школе по баскетболу, а вечернюю в спортивном зале в университете. Мы делали в этом самом универсиаде, сделали в Казани. У них комплекс такой, да, там и игровой зал, где-то там до 5000, там 5000 можно играть. И рядом второй тренировочный зал. Медицина, восстановление, ну такой. Специально к форуму был выпущен штемпель с логотипом «Россия – спортивная держава». На выставке почтовые марки торжественно погасили. Новая серия вошла в оборот ровно на один день, чтобы потом прописаться в коллекциях филателистов. Чебоксарам и Новочебоксарску в дни форума было приковано внимание всего мира, всех тех, для кого спорт и физкультура – это не просто слова. Но как отрасль будет развиваться дальше? На этот вопрос искали ответы члены Совета при президенте страны. Открывая его заседание, Владимир Путин отметил, что за последние годы сделано немало, в частности, для подготовки Олимпийского резерва. Однако добиться устойчивых результатов возможно только при наличии развитой базы. Количество людей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, к 2020 году у нас должно значительно вырасти и составить не менее 40% населения Российской Федерации. Сегодня этот показатель гораздо ниже, только 27,5%. Концепция программы уже утверждена правительством в начале этого года. Определены и ее финансовые параметры. Так, для справки могу сказать, что предварительно на ФЦП до 2020 года запланировано бюджетное ассигнование в размере 73,9 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет, соответствующего периода. Предлагаю сегодня рассмотреть ход работы над этим документом, в том числе уточнить, что планируется в части создания малобюджетных объектов спорта шаговой доступности.
Но есть и другие важные задачи. В ближайшее время необходимо составить подробный реестр объектов для того, чтобы использовать их более эффективно. По словам федерального министра Виталия Мутко, пропускная способность оздоровительных комплексов достигает 7 миллионов человек. Но эти цифры можно и умножить почти в два раза. Главы субъектов, члены совета, делились положительным опытом. Последние три года капитально отремонтировали 62% дворов, но кроме ремонта мы там устанавливаем спортивное оборудование, производитель наш, как бы сказать, предприниматель, турники, брусь, а также современные удобные тренажеры. На свежем воздухе люди всех возрастов занимаются физкультурой, бабушки и дедушки, их дети и внуки все получают мощный заряд бодрости и хорошего настроения. А так, цифры, если привести, систематически занимаются физкультурой и спортом 36% населения республики. И этот показатель растет. То, что вы ввели индивидуальный номер для каждого человека, кто занимается спортом, и эта база позволяет отслеживать, мониторить всю эту ситуацию, я считаю, что это очень хорошая работа, мы ее обязательно у себя будем перенимать. Владимир Путин отметил и другой эффект, который принесло развитие массового спорта в республике. 20 лет в республике был демографический спад. 20 лет. И за последние три года подъем. Причем стабильный и устойчивый. Конечно, это результат целого комплекса принимаемых нами мер. Это и медицина, строительство новых перинатальных центров. Это финансовая поддержка в виде материнского капитала и в виде поддержки тех регионов, вот за последние пару лет, которые столкнулись с демографическими трудностями в предыдущие годы, стимулирование рождения третьего ребенка. Но это не в последнюю очередь. И внимание к спорту и физической культуре. Между тем, в стране возрождают нормы ГТО. Этот комплекс был отменен в 1991 году. Несмотря на большой перерыв, новое поколение физической формы не растеряло. Об этом говорят первые результаты массовой сдачи нормативов. В дни форума их принимали на стадионе «Спартак». Проверить свои силы сюда пришло более 1000 горожан. Здорово все, организовано. Выполняем нормативы. Очень интересно, очень такие прям ощущения, много народа. Вижу не только молодых, но и совсем молодых, и постарше. То есть все возрастные категории, которые охватывает комплекс ГТО, присутствуют и сегодня здесь, в Чувашии. Это очень радует и, наверное, даже окрыляет, потому что Россия действительно спортивная держава, и восстановление, или как скажем, мы вспомнили забытое старое. Но это то старое, что нужно вспоминать. И вот сегодня абсолютно все возрасты покорны этому замечательному комплексу. Проверить свои силы, быть больше уверенным в себе – замечательный способ, наверное. Те, кто сдаст нормы ГТО, получат вот такие значки. Их тоже презентовали на форуме. Новые знаки отличия создали по старым образцам в виде звезды. В следующем году эти нормы начнут сдавать российские школьники, а потом их ведут повсеместно, для каждого. Эти спортсмены уже точно получат золотые значки ГТО. В августе они одержали победу на летней юношеской олимпиаде. Ребята завоевали 57 медалей и уступили только сборной Китая, хозяевам игр. Второе место – тоже неплохой результат. Сейчас мальчишки и девчонки готовятся покорять новые вершины. Их каждый день расписан буквально по минутам. Ведь впереди престижные старты. Удачи ребятам пожелал и президент страны. Сюда глава государства приехал в самый разгар тренировки. Есть хорошая смена для спорта высших достижений. Это вот она здесь представлена. Ну и ваши товарищи по команде, которые золотых медалей на этот раз не получили, но наверняка получат в дальнейшем, либо на этих, если возраст позволит, соревнованиях, на таких соревнованиях, либо на уже взрослых соревнованиях. Очень хорошо, что у вас есть такая замечательная смена, как вы. Я вас искренне от души поздравляю и желаю дальнейших успехов. Они будут у вас? Да. Вообще, отметил федеральный министр спорта Виталий Мутко, среди этих ребят уже появились кандидаты и в олимпийскую сборную. Кто-то уже через два года отправится на летние игры в Рио-де-Жанейро. Возможности для подготовки в стране создаются. Легкоатлетический манеж Новочебоксарска они называют отличной базой. Практически сейчас 44 таких центра региональных, мощных, создано, многокомплексных, которые вот получают. Ну и, конечно, вот ребятам главное сейчас не остановиться, чтобы в регионах центры сборной, чтобы они уже на стипендии попали, чтобы они уже своими личными тренерами начинали продвигаться к первой команде.
Будущие чемпионы президента не отпускали долго. Сначала общие фото, потом эксклюзивные снимки в модном стиле селфи. Несмотря на плотный рабочий график, Владимир Путин не отказывал никому. И в стране количество приверженцев здорового образа жизни увеличивается в геометрической прогрессии. Иначе и быть не может, отмечают федеральные министры. Ведь молодым подают пример чемпионы. Их победы – лучшее доказательство, что спорт – это модно. Первый вице-спикер Госдумы России Александр Жуков говорит, что известные спортсмены должны почаще встречаться с подростками и привлекать их в спортивные секции. Таких уроков мы проводим десятки тысяч по всей стране. Вот сейчас герои Сочи. Наши выдающиеся спортсмены, каждый пришел в свою школу, где он учился, рассказал об олимпийской истории, рассказал о своем выступлении на Олимпиаде. И эффект просто от этого колоссальный. Спорт доступен каждому. Это одна из тем пленарного заседания. Многие регионы теперь с легкой руки Чувашии устраивают массовые зарядки. Количество их участников возрастает с каждым разом. Легкая атлетика, спортивная ходьба. Эти дисциплины не требуют больших затрат, и заниматься ими может каждый. Все зависит только от человека. Спорт и физкультура – это неотъемлемая часть мировосприятия вообще россиян. Но я надеюсь, кроме мировосприятия, они еще это приложат к своим телам, чтобы стать уверенными в своих кондициях, уверенными в своих навыках. Очень многое зависит и от понимания инвесторов. Реализовать стратегию полноценно и эффективно возможно только, когда власть и бизнес находят общий язык. Но больше всего спортивная отрасль выигрывает от проведения на территории страны престижных чемпионатов. А в ближайшие годы России предстоит принять более 20 международных соревнований. Когда мы претендовали на Олимпиаду в Сочи, вот тогда и изменилось отношение. А это было уже без малого, все-таки 8 лет назад. Поэтому я думаю, что просто главное, что мы выбрали этот курс. Владимир Владимирович его поддержал тогда и действительно стал, наверное, более серьезно, чем кто-либо до этого, уделять внимание спорту. Вот изменения, и мы их видим сейчас в количестве объектов, и в количестве занимающихся, и в интересе людей к спорту. На форуме в Чебоксарах развернулась дискуссия и о предстоящем чемпионате мира по футболу. Матчи пройдут в 11 городах, но и другие регионы примут у себя гостей со всего мира. Чуваши, у нас предусмотрена база команд. Стадион «Спартак» будет тренировочной площадкой этой базы. Задействовано по-прежнему 11 городов, у нас 12 стадионов, концепция остается неизменной. Подготовка проходит равномерно во всех городах. Думаю, что темпы мы будем наращивать по мере приближения 2018 года. Но до предстоящего Мундиаля 2018 необходимо создать подобающие условия для игроков. Россия сейчас изучает опыт стран, где уже проходили чемпионаты мира по футболу. Один из участников форума в Чебоксары приехал из Бразилии. В этой стране уже подсчитывают инвестиции от проведенных матчей. Сейчас построенные объекты используются для футбольных мероприятий. У нас очень большой национальный футбольный чемпионат проходит. Ну а в некоторых городах здесь проходят концерты, музыкальные и театральные фестивали. Но стоит отметить, что событие способствовало национальной интеграции. И если сравнить с Россией, то чемпионат мира проходит не на одной стороне, а на целом континенте. И это очень важно, что люди сближаются за счет футбола. А Чувашская республика уже в следующем году примет чемпионат Европы по легкой атлетике. Форум «Россия – спортивная держава» регион провел достойно, отметили высокие гости. То, о чем говорили участники семинаров и конференции, ляжет в основу федеральной целевой программы. Об этом можно говорить уже сейчас. В Чебоксарах в дни форума вершилось будущее российского спорта.